Начинаем с крупного пожара недалеко от Талнаха. Там из-за халатности туристов сгорели деревья в ущелье Красные Камни. Пламя охватило больше 3000 квадратных метров, а потушить его удалось лишь спустя сутки. Территория – это одно из популярных мест отдыха норильчан. Меньше года назад здесь обустроили прогулочную площадку. По предварительной версии спасателей, из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнула сухая трава. Спасатели выехали на место рано утром в воскресенье, а ликвидировали возгорание только сегодня. Известно, что в пожаре никто не пострадал.